Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня в гостях у Ирины Валерьевны Козюльной в городе Павлово, где она выращивает знаменитые павловские лимоны, мандарины, апельсины. Мы уже сделали ролик про павловский цитрон, который называется «Шишкан». Посмотрите обязательно, там совершенно необыкновенные плоды. И вот сейчас мы расскажем о том, как выращиваются эти растения. Здесь технология выращивания из черенков. Вот сейчас нам Ирина Валерьевна покажет, как вот все стадии развития эти растения проходят. Если начиная с черенкования, то сейчас как раз вот март месяц на дворе, и лимоны активно зацветают. То есть вот здесь у нас саженец, на котором еще висят старые плодики, их уже давно надо было снять. И он бы большей частью уже новыми листочками покрылся. Но мы их почему-то оставили, в общем, руки не дошли. И можно уже снять сейчас, вот если мы оборвем эти цветочки, можно будет снять первые черенки. Но вот на макушечках они самые такие будут продуктивные, потому что цветение массовое на макушке черенка. И впоследствии очень обильно будет плодоносить деревце. Вот такой примерно черенок, сантиметров 10-15? Да, вот этого достаточно. Выше, я думаю, не надо, но если даже и покороче мы его обрежем, они все укореняются. А вот здесь вот я вижу не верхушечный черенок, а веточка такая вот укорененная. Ну, это середины, середина, да, и все равно вот пошла веточка, и вот она уже с цветками, это как раз шишкан. Это вот, шишкан, да? Шишкан массовое цветение. Да, средняя часть ветки, но видно, что он массово цветет. И очень рано. Вот это мандарин. Это у нас померанец. А, померанец. Померанец, но там в чем отличие мандарина и апельсина? Это одно и то же, только у апельсинов покрупнее плоды, а у мандаринов помелче. Здесь вот у нас апельсин. Понятно. Вот как раз видно, как был сделан черенок. То есть вот срезан вот эта вот часть побега, и листочки вы укороченные. Нижняя часть, вот там, где первая почка была, наверное, она сидит в земле. Она, да? В земле, да, глубоко не надо заглублять. Лучше выше посадку сделать, чем заглубить. Дальше вы как, вот сажаете сразу в землю, в воду ведь не ставите? Ну, тут, в общем, процесс одинаковый, как для всех черенков. Сейчас продаются в большом ассортименте укоренители любые. Стимулятор корнеобразования, да? Да. Мы пользуемся гетероксином в основном. И сразу в землю сажаем. Выдерживаем, да, срок. И обычные для черенков земля, песок, турф напополам. И пленочкой накрываете, да? Можно пленочкой, но смотря какие условия. Если дома, это может быть или пакет, или банка, так чтобы... Ну да, люди же вот в единичных будут штучках, не так, как у вас сотнями эти черенки здесь. Так, и баночкой накрыть, и вот он стоит уже, да, сколько... Чтобы не сгорел на солнышке, можно вот, если на восточном окошке, это еще нормально. То есть главное, чтобы там вот подопрелости не было, немножко можно проветривать время от времени. А сколько вот проходит от момента посадки до укоренения? Там от температуры ведь многое зависит, да? Ну, это даже может и год быть. То есть вот так вот, да? Если брать технологии 100 черенков, укореняется в определенный период, там, ну, до 2 месяцев, так скажем, плюс-минус, потому что от погоды много зависит. И такие идеальные условия не все создадут. В общем, природа иногда у нас капризничает, сейчас не позволяет. Понятно. То есть я так поняла, вот у вас большое количество черенков. Какие-то укоренились быстро. Сразу. Да. Какие-то подождали, подумали. Остается. А какие-то вот до года даже сидеть могут. Да, и причем они не чернеют, они остаются зелеными. В конце концов, все равно укореняются практически все. Фунгицидами никакими не поливаете их, вот чтобы они не загнивали там, ничего? Ну, вообще-то обрабатывать надо, потому что заразы сейчас много всякой. И, в общем-то, положено обрабатывать. Лучше бы это делать. Чем вы пользуетесь или не пользуетесь все-таки? Не хватает времени. Ну, в основном топаз, наверное, вот фитоспорин. Ну, понятно. Значит, технология действительно вот такая. Вот посмотрите, вот они как раз череночки. Все сидят здесь в баночках. Это уже укорененные. Это мандаринчики у нас. Укорененные, потому что видно, что уже пошел новый приростик, новые листики, да? Вот когда можно ждать, что вот такой вот черенок уже зацветет и
Я нарочно взяла маленький самый, что он зацветет и будет давать плоды. Вот такой вот маленький. Но у нас на самом деле такие же все цвели. Угу. Здесь в основном цветочки все оборваны. Угу. То есть с момента вот посадки на черенки, так скажем, после черенкования, смотря какой период это берется для черенкования, он может сразу цвести. Угу. Если мы первые цветы, допустим, от весеннего черенкования убрали на маточнике, он может выпустить вторую волну. То есть все равно в первый год обязательно все цветочки обрываем? Обязательно. И на второй, наверное, тоже год надо все цветочки оборвать? Нет, мандарины и шишканы, они могут зацветать на второй год. Угу. То есть если масса деревца достигает по минимуму плодоношения, угу, то есть 25 см, крона у него достаточно развитая, то можно уже первые плодики будет оставить. Что на шишкане, что на мандарине. На второй год уже. Да. Дорогие друзья, представляете, как заманчиво. Посадил черенок, на второй год уже первые плодики можешь срывать. Да, у меня был такой опыт. То есть я из теплицы взяла домой, угу, череночек. Он был примерно вот такой, такой же. Вот, ага, вот он зиму прожил, он практически не развивался. Угу. Вот так же начал цвести. Я ему поменяла горшочек, угу, на более такой объемный, добавила земли. Он начал опять же давать цветы. Много приростов давал, допустим, вот первые цветы убрала, вторые, и с марта по июнь я цветы убирала у него, а в конце июня он где-то там внутри спрятал от меня, все-таки утаил, я не видела, и достаточно крона была развитая, я уже потом посмотрела и думаю, да надо оставить на нем. Вот еще говорят, что для созревания одного плода нужно какое-то количество листьев. Порядка 22 листочков надо. Это правда? Вот это так? Ну, правда. Ага. То есть надо посчитать. Ага, сколько у тебя листьев? 18. Нет, мы тебе еще не дадим. Да? Ну, хотя бы 10 листьев на формирование, на питание одного плода нужно оставлять. И плюс еще листья на дереве, то есть 20 листочков, оно понятно, так и получается. Вот этому растению уже сколько? Это вот уже... Ну, это прошлого года черенкования. Вот он здесь дал. Здесь достаточно большие приростики у него, угу, за счет того, что череночек очень толстенький такой. Хороший, вот, да. Вот по сравнению-то с этим, вот, да, это, то конечно... сила у черенков совершенно разная к росту. Угу. Чем крупнее череночек, но тоже определенной высоты, больше его не надо, угу, оставлять. Вот, дорогие друзья, если вы где-то будете покупать черенкованные цитрусовые растения, то имейте в виду, что вот если толстенький, значит, он быстрее пойдет в рост. Еще вот мне скажите, пожалуйста, вот с прививками я все понимаю. Я смотрю на растение, что у него есть стволик, я вижу место прививки, и я знаю, что мне уже как бы продают действительно плодоносящие растения. Если есть прививка, значит, будет плодоношение. Вот здесь вот никак ведь, наверное, не определишь. Может быть, это нарезали с каких-то вообще веток и продают. Сейчас вот на рынках много цитрусовых стало продаваться. Как вот быть уверенным? Надо просто в надежных источниках уже брать, да? Наверное, так. Ясно. Доверяешь продавцу? Да, потому что я вот уже от многих слышала, что стоит, а не цветет и плодиков нет на нем. Можно, конечно, как бы помочь растению, простимулировать фосфорно-калийными удобрениями. Угу, то есть прежде чем выкидывать такие растения, в которых уже разуверился, есть удобрения, например, монофосфат калий, то есть специально направленные на плодообразование. Угу. То есть стимулятор роста весной, как он входит в период активного развития. Угу. И, допустим, монофосфат калия, то есть там фосфор калий, исключает азотное удобрение. Понятно. И они больше стимулируются к образованию цветов. Вот еще не про это растение расскажите. Вот этому деревцу сколько? И сколько он может вот в такой вот катке находиться, в таком ведерочке? Ну, вот здесь растению... Я так посчитала, года 4. Угу. То есть вы посчитали по приростам у него, по ветвлению, да? Нет, это у нас росли лимоны в грядке. Угу. То есть изначально он рос в грядке, наверное, года 2. Угу. Только потом мы его пересадили, вот был немножко поменьше горшочек, а потом уже сюда была пересадка. То есть изначально у него был вот такой сильный рост. Угу. Понятно. И вот. Сколько он может быть вот в этом горшке, что ему не требуется пересадка?
Ну, в общем-то, тут от внесения удобрений много зависит. То есть бадью какую-то дома абсолютно ставить не надо. Может он существовать. Достаточно заменить верхний слой земли подпитывать удобрениями. Дорогие друзья, о подкормках мы еще с вами поговорим. Цитрусовых растений. Вот посмотрите, в общем-то, достаточно быстрый процесс, да, от черенка, цветения и до плодов. Так что есть смысл заниматься цитрусами, выращивать их дома.